Дорогие друзья, по-другому я вас не могу назвать, потому что я не ожидал такого. 2 года, уже чуть больше 2 лет я веду этот канал, и я не подозревал даже, что меня смотрят столько людей. Такие сердечные поздравления. Меня так ни на свадьбу никогда, ни на что, ни на день рождения никогда. У меня столько людей. И так сердечно все это получилось. Искренне, серьезно. Это, я не знаю, там под 100 уже комментариев. Огромное нечеловеческое спасибо, да. Аня тоже передает большие благодарности, она все прочитала, она уже дома, вчера я их забрал из больницы к вечеру, сегодня у нас воскресенье, вчера в субботу. Сейчас приеду домой, выложу сейчас же этот ролик. И я не могу вам каждого из вас перечислять и говорить еще раз спасибо. Я постарался всем уже почти что ответить, но действительно очень много комментариев. Я даже просто вот спасибо написать, да, не успеваю, потому что я, естественно, хочу каждое сообщение прочитать. Мне очень приятно, потому что, опять же, не просто там... Ну, некоторые даже написали поздравить, тоже спасибо большое, да, я тоже очень тронут. Ну и да, и все, и огромное спасибо. Потом я хотел сказать отдельное спасибо своим родителям. Мы пришли на дачу с Дашей голодные. Они нам оставили эти чипсы здесь, очень кстати, так что спасибо. Может, они не для нас, тогда возместим вам. Но я думаю, что для нас, раз в нашем домике. К сожалению, опять же, повторюсь, ни с кем не встретишься, нельзя. У нас, так сказать, карантин, да. Одно сообщение даже в форме поэтической оставила тезка моей жены Анна Ровнова. «Как сегодня день прекрасен, в этот день ты стал отцом. Я желаю тебе счастья, будь для сына образцом. Ты отец, гордись же этим и запомни навсегда. Лучше всех наград на свете есть счастливая семья». Огромное спасибо. Стихотворение с глубоким смыслом. Приму к информации и думаю, что многим из вас тоже следует это сделать. Еще раз огромное сердечное спасибо и до новых встреч. Еще вам хотел сказать напоследок, что я наснимал несколько роликов с Дашей, мы тусовались. Я тут один возился на даче. Сейчас то, что я буду выкладывать, там 3, по-моему, ролика будут, иметь в виду, что это было все до рождения. Ну, это, в принципе, не играет роли. Ну, чтобы вы знали, это было до рождения моего сына. Ну, я буду продолжать снимать для вас, потому что сейчас вы меня еще больше отмотивировали. Я даже не знал, что столько людей. И действительно, как уже большая такая семья получается, да. Огромное вам еще раз спасибо. Если у кого есть желание, подписывайтесь тоже на Инстаграм в описании этого ролика. Я туда тоже выкладываю фотки, видео. И почаще, чем на YouTube, потому что особенно сейчас, вот через неделю я планирую выйти на работу в понедельник. Там среди недели я, когда работаю, не всегда выкладываю ролики, потому что устаю. Сейчас еще вдвойне буду уставать. А в Инстаграм иногда нет да нет, что-нибудь выложу. Ну все, не будем долго развозить все это. Всем вам, моим друзьям по Ютубу, родственникам, огромное спасибо за поздравления. И будьте все здоровы. До новых встреч. Пока.